И куда же ты попёрся? Я его немножко зафоткал. Тише, в той банке сейчас пусто. Завтра пожрать куплю. Ой, курица же, я же ее достала из морозилки, чтобы разморозить, и забыла. Думаю, что он тут лазает? Понятно. Понятно, понятно. Пока сюда мы тебя положим, курочка. И подальше спрячем. Помню я уже этот казус, когда где-то тут лежала курочка. Не сильно прикрытая. И кто-то ее, может, и не курочка. Ну, короче, было мясо. А потом это мясо сплыло. А я думаю, что он на пустой плите вынюхивает. Чем от руки пахнет? Вообще ничем. Смотрите, наглость полная морда. Хорошо, что я варенье закрыла крышечкой. Мне так жалко расставаться с Яртелесервисом. Я все надеюсь, что он исправится. Не будет тормозить и виснуть. Меня, наверное, так тормозил, разве что Ростелеком когда-то давно. Яртелесервис мне уже практически как муж стал. За 5 лет совместной жизни. Как раз я в тот год занялась Linux'ом. Поставила, точнее, Linux. Ладно, прощаемся с вами. Вся суть была запечатлеть кота, нагреющего по кухне.